Right. So usually we make gifts to the kids. This time our kids, they actually are about to make a surprise to us. So before we go to the highlights of Baskonia, let's see what surprise our kids they have for us. Dada. Nikita, you don't need two balls. Immediately he wants two balls, huh? Usually you need one. Бросает косой мяч. Папа, Сёма! Папа, Сёма! Сюрприз точно удался, потому что мы не ожидали. Мы думали, что будет обычный скаутинг. Нам сказали, будет небольшое праздничное видео. И, конечно, был большой сюрприз. И когда мы увидели наших детей на экране, я думаю, что каждый, чьи детки были задействованы в этом ролике, испытали какую-то внутреннюю гордость и радость за своих детей. У кого-то они постарше, у кого-то помладше, но большинство из ребят родителей, у кого-то это еще впереди. И желаю всем испытать это счастье. Сейчас мы уже находимся в аэропорту Шереметьево. Совсем скоро у нас начнется посадка. Мы улетаем на последнюю выездную игру в календарном году. Игра против Басконии будет очень сложно. И призываю всех болельщиков собраться у экранов и болеть за нас. И всех с наступающим Новым годом!